Так, поехали, мы включаем небольшую музыку. А ваши мысли – это ваши деньги. Поэтому сегодня мы как раз начнем с этого рассказывать. Да, как я трансформационный коуч на данном текущем этапе жизни. Меня зовут Сергей Легенда, 32 года. По сути, трансформационный коучинг, как уже сказала Яна, это изменение поведения, изменение мышления человека и вообще определение личности. Дизайн человека – это система самопознания, построена на четырех столпах – западной астрологии, китайской книги «Перемены Цзинь», чакры и каббала. По сути, вообще дизайн человека – это агрегатор самых лучших знаний человека. Познакомимся со мной поближе, да, уже предприниматель я с 13-летним опытом, можно сказать, уже бывалый. Соосновал 14 компаний в разных индустриях, как и онлайн-обучение. Со мной снимали интервью, это интервью снято в Лос-Анджелесе. Изучаю систему Human Design человека с 2018 года. 9 лет прожил в США, это, кстати, реальные номерные знаки, с которыми я ездил на машине. Вот она как раз машина стоит. Проехал я все 50 штатов США, что-то на машине, что-то на прилетел. Вот, посетил 24 страны. 3 года живу в Польше и был личным учеником Владимира Довганя, кто, может быть, знает, кто нет, но он долларовый миллионер, лайф-коуч, и таким образом, по сути, я впитал в себе самые лучшие знания, которые он тоже себе собрал. Итак, к теме. Почему вы зарабатываете сегодня столько, сколько зарабатываете? Это вопрос в зал. Кто-нибудь что-нибудь скажет? Почему? Окей, хорошо. Но близко. Откладываем. Окей. Да. Нет. Почти. То есть, по сути, то, что вы имеете у себя, это потому, что вам это комфортно. Да. То есть, даже если это лень перевернуться, ваш мозг говорит, мне сегодня эта сумма комфортна. И вопрос, что же необходимо поднять, сделать, чтобы поднять свой финансовый уровень? Поднять расходы – это хорошо, но по факту первое – это психологическая готовность, второе – это правильные действия, которые необходимо сделать. Многие работают вот как раз над одной составляющей – бизнес. Да? То есть мы пытаемся построить лучше, поднять себе планку, понять, как лучше продавать, как делать. Да, это необходимо, но это только одна часть, да, как у этого мальчика, только ноги накачанные. Поэтому вопрос есть психологическая составляющая, да, которая является 80% из того, что вы имеете свой доход. То есть все, это принцип Парето, кто знает, кто не знает, может загуглить. То есть 80% равно психологическая готовность к деньгам. И отсутствие больших денег в жизни – это как раз и есть ошибка мышления, проблема. Нет, так встать. Нормально? И, по сути, ваш мозг, он защищает вас от вашей суммы. И мы сейчас с вами проведем мысленный эксперимент. Я попрошу, можете закрыть глаза, да, мы сейчас перенесемся в одну ситуацию. Представьте, что вы сейчас находитесь на оживленном перекрестке, это лучше сделать с закрытыми глазами, и везде ходят люди, машины гудят. Вот вы стоите на перекрестке, в руках ваших чемодан. В этом чемодане находится 10 миллионов долларов наличными. И все идут и видят, что у вас есть эти деньги. Вопрос, какие ощущения вы сейчас испытываете? Страх. Скорее всего, да, страх, волнение, пот. Куда их деть быстрее, что? То есть теперь можно открыть глаза. То есть вы можете стать вот как Голум из «Властелина колец», да? Моя прелесть, все это мой чемодан, который лежит. И поэтому в данный момент, да, мозг, он блокирует вас от 10 миллионов долларов. Но представим, что вы всего лишь 100 злотых. Ну, легко. То есть вот вы можете сейчас выйти и условно помахать из ресторана, сказать, 100 злотых. Потому что потерять 100 злотых и потерять 10 миллионов долларов – это разные ощущения и разные составляющие. Да? И теперь важный вопрос для вас. Представьте себя, перенеситесь в тот перекресток и представьте себя сейчас, с какой суммой вам комфортно стоять на нем. Ну вот, представили? Запишите эту сумму. Это как раз и есть та сумма, которая ваша денежная емкость. То есть та сумма, которую у вас сейчас мозг позволяет.
То есть, что вы можете выйти, ее легко на этом перекрестке потерять, и вы знаете, что вы, там, может быть, через месяц, может быть, через два вы ее заработаете. Что делать для прокачки этой части денежного мышления? Необходимо допускать мысли, что следующий уровень уже настал. То есть, что это значит? Первое, можно нарисовать себе, да, визуально повесить. Но не надо делать неадекватно, да, сразу $1 000 000 у меня на счету, да, как многие есть в практике, да, нарисуйте самую большую цифру. То, что вы заработаете уже в этом году. И второй момент, есть пункт. Возьмите и положите просто на, там, в два раза больше наличных денег себе в кошелек. Вот просто, и ходите с этим. Начните привыкать к той сумме, что она у вас даже есть в кошельке. Именно наличные. Следующий момент. Хотите узнать, почему 2/3 населения Земли некорректно оценивают себя? Хотите? Да. Такое недоумение. Итак, здесь как раз я переведу к дизайну человека, и все дело вот в этом вот сердечном центре. Я не буду вдаваться в подробности, что это бодиграф, как он был построен, как влияют планеты. Да, это в конце вы можете... будет взять мои контакты, написать мне, я с удовольствием расскажу побольше, либо сами сможете почитать. Вот, но все дело вот в этом сердечном центре. Он отвечает за силу воли, за наши желания, за наше управление деньгами, людьми. И, ну, по факту, это физиология, это как раз сердце, да, кто к чему к нам и относится. И неопределенный сердечный центр имеет 65% населения Земли, то есть как раз 2/3. То есть по факту, что это означает? Это значит, что нет постоянной энергии достигать, нет постоянной энергии преодолевать препятствия. Да, она у вас может быть какими-то волнами идет, но именно вот так вот прямо, что идти, да, то есть как держать вот этот камень, такого нет. И поэтому это заставляет вас как бы внутренне доказывать, да, то есть нету постоянной энергии, а что, я плохой, что ли? Ну, мы все учились в школе, типа, у нас все говорили, ну, у тебя тройка, надо поднимать, да, давайте до пятерки. И таким образом у нас получается момент, что мы себя заставляем начинать делать больше, зарабатывать больше, приводя к тому, чтобы вступать в соревнования с другими, доказать, для чего мы это делаем. Одну цель — поднять шкалу собственной ценности. Потому что, что значит, мы ценнее, чем кто-либо другой, да, то есть наша самооценка выше. И что происходит, да, то есть как можно поднять свою самооценку, не имея результата? То есть что у нас происходит? Мы ставим себе одну цель, ее достигаем, ну, не достигаем, да, почти, ну, то есть, допустим, мы хотим, давайте в два раза вырастем, спокойно, за месяц, легко. Да, кто-то, я могу сказать, это может. Сделайте те, у кого... есть этот центр сердечный, они могут это сделать. Те, у кого нет, они ставят себе цель, не достигают ее за месяц, самооценка падает. А как ее поднять? Конечно же, больше, более амбициозная цель. Давайте я сделаю в 3 раза больше денег за месяц. В 2 не смог, да, в 2 не смогла, сделаю в 3. И вот это получается, да, перед собой как раз поставить более амбициозную цель. И все это не имея постоянной энергии на достижение этой цели. И мы, получается, приводим к тому, что мы ее не достигаем, мы заходим в круг, который постоянно есть. Более амбициозная цель, ниже самооценка, еще более амбициозная цель, и все, пытаемся это сделать. И опять же, это относится только к 2/3 населения, можно сказать, что это больше половины. И вообще, как корректно с этим проживать, с сердечным центром? И получается, для тех, у кого он определен, как раз вот эта стандартная модель. Ставить себе цели, достигать их, у вас на это есть энергия и есть вот эта сила достижения. А для тех, у кого он не определен, ключ к успеху — это наоборот, расслабление и желание ничем не обладать. То есть это как раз соединение с миром того, чтобы именно почувствовать вот эту магию того, что... у вас уже все есть, вам не нужно никому доказывать свою ценность, вы уже ценны. И вот это вот как раз о том, что собирая все мысли, да, то есть мы именно о правильном мышлении, когда происходим к тому, а кто мы есть на самом деле и какой это, да, то есть делать, идти, достигать чего-то больше, да, это одна мысль, или наоборот расслабляться и в этом случае получать все дары природы. В этом и есть как раз
понимание работы с мышлением и в итоге приводит, что ваши мысли равно ваши деньги. Это вкратце все, и благодарю как раз за внимание. Для того, чтобы узнать больше о денежном мышлении и о дизайне человека, подписывайтесь на Инстаграм, напишите мне, можно бодиграф написать, чтобы получить ссылку. И на этом все.